Без соревнований невозможно развитие спортсмена. Воспитанники отделений плавания, школы и КАР постоянно выезжают на различные областные состязания и редко возвращаются без наград. В конце января пловцы вернулись с Кубка Нижегородской области второго этапа Кубка сильнейших. Мы готовились к ним. Это, в принципе, первое соревнование данного года учебного, потому что он у нас начинается с 1 января. В этот раз Кубок сильнейших, второй этап этого возрастной группы, съехались самые сильные спортсмены области. Причина. Они начинают себе делать маленькую тропинку для того, чтобы попасть на отбор всероссийских соревнований. Воспитанник КАРа Павел Бородин уже начал идти по этой тропинке. С Кубка сильнейших он привез 3 первых места и 1 второе. Кроме того, на самой длинной дистанции юноша стал 4-м в области. В принципе, я доволен своим результатом. Я плыл всего в общей сумме 5 дистанций. 50 бутерфляй, 200 комплекс, 100 спина, 800 вольный. И, в принципе, они меня порадовали. Но можно лучше, надо работать. Важнейшие соревнования, которые близко, это отбор на веселый дельфин в Санкт-Петербург. Очень хочется туда отобраться и показать свои возможности там. Этот этап Кубка сильнейших стал первым, в котором участвовали и Павел Бородин, и его товарищи по команде. И хотя дипломы больше никто не привез, ребята смогли проверить свои силы и возможности на непростой воде. На них гораздо сложнее противники, хоть там были дети такого же моего возраста и на год младше, но они все равно плавают очень быстро. Первый день я плыла 50 браз и 50 дельфин. Их я улучшила. Ну, заявленное время было больше, проплыла я быстрее. Мне очень понравилось, в принципе, потому что результат стал лучше. Сейчас ребята готовятся к следующим этапам Кубка сильнейших, чемпионату первенства области, отбору на всероссийские соревнования «Веселый дельфин». Кроме того, Федерация плавания Нижегородской области провела смотр-конкурс по результатам деятельности спортивных школ. За год посчитали все очки спортсменов, выявили лучших и выставили рейтинг. Первый раз команда пловцов ИКАРа попала в десятку лучших и заняла второе место по региону. Это достижение и всего тренерского состава, и воспитанников, которые показывали хорошие результаты на соревнованиях. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.